Рита, ты видела? Хвостомаховна, ты видела? Какое небо! Ой, я там белья навешала. Целую кучу настирала. Смотрите, мои любимые. Чернющая, там молния бабахает. Что происходит? А здесь такое небо, как вот такой цветок оттуда или что-то. Вот такое чернющее. Хотя только что было солнце. Шандарахает молния и гром. И не знаю, что вообще сдурела погода. Не знаю, что происходит. Все поубегали. Вон пустая качелька катается. Видите? Только что полная площадка была детей. И все сейчас... Слышите? Грохочет гром. Шандарах! Этот смотрит на меня. Что это за больная там на балконе? А это не больная, это я. Я! Девушка на меня смотрит. Почему-то, когда девушка смотрит, приятнее, чем лысый мужик. Не знаю почему. Может, у меня какие-то предвзятые отношения. Видите, какая чернющая? Хотя еще день. Это не потому, что вечер. Там вон солнце только заходит в окнах. А здесь уже все. Сейчас шандарахнет. Гром и молния. Птицы все сваливают. Дети все свалили. Женщина, забирайте ребенка, бегите домой. Сейчас начнется. Быстрее, пока не началось. Вообще. И такой холод подул. Видите, там молния шандарахает. Шандарах. Ой, я чувствую. Чувствую, сейчас начнется. Светопредставление. Ну и с вами поделилась, мои любимые. Если пойдет дождь, покажу. Тут там вообще какое-то инферно такое. Видите? Закрученное. И грохочет. Все птицы посваливали.